Завершены работы по укладке нового довода в пригородные села Северодонецка, Синецкий и Павлоград. Теперь более 300 людей получают питьевую воду из Щедрищевского водозабора. На открытии водовода, построенного взамен разрушенного боевиками, побывали и наши корреспонденты. С подробностями Анастасия Волкова. С сегодняшнего дня села Синецкий и Павлоград получают качественную питьевую воду. Заключительная проверка системам показала, что вода соответствует санитарным нормам. Теперь ее поставляют из Щедрического водозабора, который обеспечивает большую часть Северодонецка. Реализовали проект Северодонецкая городская власть и Международный комитет Красного Креста. Международный Красный Крест помог в закупке, предоставлении материалов для осуществления этих работ. Это были трубы более 3 километров, это были комплектующие к этим трубам, это были колодцы. 1 200 000 гривен из городского бюджета для выполнения этих работ были выделены. 3,5 километра, труба пластиковая, которая будет вечная, думаю, ну, по крайней мере, хватит не только на нашу жизнь, но и нашим детям и внукам. В Северодонецке задвижку открыли. Попробовать качество воды решили в одном из частных домов села Синецкий. Все журналисты снимают. Соля, можно пиво вынести? Жители села Синецкого получили новый водопровод. До этого здесь ощущали нехватку воды. Теперь она идет хорошим напором и приятная на вкус. Местные жители водовод ждали. Мы хотим пить воду из крана, не кипятя ее и не используя какие-то препараты для обеззараживания воды. Очень классно, когда вода чистая, прозрачная. Новый водовод будет обеспечивать питьевой водой более 300 жителей сел Синецкий и Павлоград. Анастасия Волкова, Илья Трофимов, Подии.